Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, и сегодня вместе с Жиндосом мы будем продолжать наши троллинг-прятки в Майнкрафте. Да, ребята, всем привет и большое вам спасибо за вашу активность под нашими предыдущими сериями троллинга-прятки. Только благодаря вам мы и продолжаем снимать эту рубрику. Да, ребята, поэтому ставьте огромный палец вверх прямо сейчас на вот эту серию, если хотите видеть новые серии пряток как можно чаще. Поэтому, что скажешь? Погнали! Не туда! Опять тоску. Ну ладно, все. Уходи! В общем, ребята, на данную серию у меня будет вот эта карта. Это такие джунгли с каннибалами. Почему именно джунгли? Потому что вчера вышло новое обновление для Жекиной любимой игры Харсона, да? Там вышло обновление, которое называется Унгаро или что-то такое. И там вся суть обновления, то, что там всякие монстры, звери, там черепахи, динозавры гуляют из джунглей, да? Поэтому в этой серии я построил ему вот такие небольшие джунгли, тут разбившийся самолет, вот тут небольшое поселение каннибалов, которые вот тут жарят двух людей. А тут самолет, тут данж, тут у нас какой-то заброшенный данж с всякими монстрами и многое другое. Я уже, в принципе, знаю, где спрячусь, да-да-да-да-да-да-да. Поэтому, ребята, сначала мы пойдем к Жеке, найдем его... Сразу дойдем за 10 секунд и потом вернемся сюда и спрячемся от него как можно лучше. Поэтому, ребята, погнали. Жека, у тебя дверей нету. А это, знаешь, ураганом вынесло все просто. Ураганом? Каким ураганом? Да, у меня тут на карте такой ураган был, ну, долгая история, не знаю. Опа, Мейбл, так, ясно, Жека. Это Gravity Falls Minecraft. Gravity Falls, да? Ты там потыкай на NPC, они тоже умеют разговаривать. Они разговаривают. Да, помоги мне найти пухлю, пожалуйста. Жека, ты пухля? Да, я пухля, Эдисон. Так, я спаунпоинт забыл поставить, спаунпоинт. Да, ты поставь обязательно. Ах ты паскуд! Вот что-то я заподозрил, но оказывается то, что был неправ. Хорошо. Так, да. Диперу, да, еще можно подойти? Да, диперу. Давай, подойди к Диперу. Дипер, что мне Дипер хорошего скажет? Дипер! В этой пещере обитает ужасные вещи. Да, ты посмотри обязательно пещерки, возможно, там что-нибудь найдешь интересненькое. Ай! Может, когда-нибудь и меня найдешь в следующей жизни, когда я стану кошкой. Ла-ла-ла-ла. Ну тут какие ужасные вещи, ну тут обычные скелеты бегают, все. Это ужасно вообще-то. Ужасные скелеты? Ужасные скелеты, они очень опасны на самом деле. Да ничего, они не опасны, Жека, не. Ну ладно, иди сюда, это ты. Нет, не ты. Так, хорошо. Значит, я еще сюда зайду. Что тут есть с другой стороны? Опа! Да твою-то мать! Хорошо, это тоже не... Бегает, он бегает, смотрит на него. Опа, на деревья прыгает. А, смотрите, поставил он ботиночки он поставил. Ты же мою тактику юзаешь, так нечестно. Мне просто очень понравилось, как бы ты молодец, да. Ботиночки он поставил. Нет, Джек, это моё. Не трогай. Да нет. Да. Так, ох, хорошо. Прыгает он там, прыгает. Ты шо, в дом забежать? Ты шо, так нельзя. А, значит, ты в доме, да? Значит... А, может быть, и не в доме. Кто? Эдисон, я даже не знаю, как тебе писать, где я на самом деле. Прикольно, ты мутишь. То ли в доме, то ли не в доме, то ли вообще где-то в жопе. Ага, так, ну и учитывая то, что я смотрел Gravity Falls, а почему тут нету прохода? Да там, знаешь, как бы... Это немножко не тайм, Хижина Чудес. Она поломалась, короче. В смысле поломалась? Нельзя так же поломалась. Поломалась она. Нельзя так? Да, поломалась. Эти, давай побыстрее, как бы, ты понимаешь... В смысле побыстрее? Но я ищу тебя как могу. Алло! Ну смотри, Десан, ты главное чекай все секретные проходы. Это, возможно, ты познаешь все тайны Gravity Falls. Все тайны Gravity Falls, хорошо. Да. Так. А ты, кстати, можешь включить, чтобы я твой ник видел, а то мне так это скучно. В смысле твой ник? Name show, вот так. Так, тебе угодно? О, да, угодно. Угодно? Так, хорошо. Так, я в комнату зашел, Ой, слушай, ты прям рядом со мной. Прям рядом. Ботиночки, смотри, ботиночки. Иди сюда. Я не могу бить эти ботиночки. Так! Я не думаю, что меня тут вообще найдешь когда-нибудь, Эдисон, не думаю. Да. Да, что-то я очень сомневаюсь. Прыгает он там, прыгает, смотрите на него. Жек, туда залезть вообще как бы нереально, если ты думал то, что туда возможно. Куда? На втором этаже, вот по этим лианам, которые просто в воздухе висят.
А, там нельзя залезть, да, по лианам нельзя. А, ну хорошо. Но там же не только лианы. В смысле? Не только, алло! Так. А ты посмотри повнимательнее, Эдисон, посмотри повнимательнее. О, забрался. Так, ты куда? Ай, все, упал, так, эх, Эдисон. Так. Там ползает, забирается. Я буду так год искать, поэтому... На, ты посходи. Ой! Так, ой, все, Жека, тебе жопа, честно. Spawn point, значит, поставлю. Ну, честно, ладно. Честно тебе скажу, тебе жопа. Мстя будет жестокая, Эдисон. Мстя будет жестокая. Какая мстя? С своими спаунпоинтами тут. Ну что, Эдисон, я сейчас заколебался, у меня сейчас уже зелень невидимости пропадет, и давай там как-то... Какое зелень невидимость? Так, хорошо, где ты? Ой, я спалился. Ой, ребята, спалилась я. Прикольно. И как мне на другую сторону туда перебраться? Жека, я не знаю, как тебя тут найти, честно. Вообще не знаю. Не знаю, тут помогите мне, ну пожалуйста. Жека. Эдисон, ну ты, я тебе так говорю, скажу, горячо, очень горячо. Очень... Ай, я упал, я вниз упал, Жека. Так, все, хватит. Так, ты мне скажешь, как... Хватит это терпеть. Хватит. Как мне на другую сторону перебраться? Скажешь мне? Слушай, я даже не знаю. Так, тут нельзя. Там нужна логика, понимаешь? Gravity Falls это логический мульт, как бы ты должен... Логика там нужна. Так. Должен следовать логике, понимаешь? Так. Нет, ну давай, признайся! Ну я тебе не признаюсь, никогда в жизни не признаюсь. Ай, я в жопу! Я не знаю почему, но ты у меня стоял, я тебе так скажу. Ладно, в принципе, ты меня довольно-таки долго искал. Долго я тебя искал. Ну хорошо, сейчас посмотрим, как ты меня искать будешь. Пошли, давай. Ох, я тебя 2 секунды найду, давай, прячься. Да, конечно. Эдисон, ты спрятался? Я спряталась, и очень хорошо, Женьдо. Давай, заходи. Spawn point. Добро пожаловать. Да, это типа джунгли. Это типа джунгли в честь выхода нового обновления в Hearthstone, Жек. Вот такое. Типа. Ну, прикольно. Типа... Сейчас чихну. Сейчас у меня аллергия Не, пожалуйста, не. Успокойся. Все, нормально, меня успокоил, нормально. Так, ну что ж. Хорошо, ну что. А что делают пещеры все? Какие ловушки? В смысле в ловушке? Нормально, я только зашел на карту, я уже в ловушке. В смысле в ловушке, алло? Мне там какую-то ловушку сделать, которую нельзя выбраться. Да? Нормально. Так, это вряд ли ты, конечно... Жека, там самолет есть разбит. Вот смотри, вот это каннибалы жрут двух людей. Нормально? В Унгура есть такое? Ну да! Да, есть, конечно. Если ты пигман... Ну. То так, что? Так, короче, я чекаю искусственный интеллект, сейчас. Искусственный интеллект, давай. Ну, они все движутся довольно-таки по NPC-шному. Ты типа тоже, да, бегаешь. Типа, да, смотрите, я бегаю. В смысле? Нет, я просто... Я... Я слышу, как он тыркает на клавиши, я слышу. Я лежу, и все. Он там тыркал, точно тыркал. Да я лежу! Так. Я лежу, отдыхаю уже, ко мне ничто не мешает. Друзья, на деревья я тоже, да, могу залазить? Да, можешь. Я начать посмотрю, конечно. Так, ну, и вряд ли ты пигмент, потому что они движутся очень-очень прямоли... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Искусственный интеллект, Жека, включай. А как мне искусственный интеллект проверять на тех NPC, которые стоят, скажи мне? В смысле? Ну, просто... Ладно, я не знаю, Жека. Ну, просто ты должен стать... МПСом, стань НПСом и просто... Хорошо, я стал МПСом. Так, мне что-то не получается. Ну нет, это не ты. Ладно, я сейчас каждого ударю, мне не тяжело. Интуицию, Жека, включи. Давай, включай. Иди в жопу со своей интуицией. Не, не хочешь. Сейчас лучше поди пока посмотрю. Что там? Много дыр. Да? Я сейчас задохнусь, помогите. Ой-ой-ой-ой-ой, Жека, давай, не умирай. Давай. Так, вылезай. Ну, что там? Ну в жопу тебя, так тебя там нету. Так. Все, я, короче, полез на деревья. Я полез на деревья. Эдисон, я не понимаю, где ты. Так, Подожди, а ты в домиках был и в самом данже? В смысле, в самом данже? Ну, в данже, внутри данжа, там двери из данж. В данж. А, в данж. В данж есть. А, ну в смысле, дверь. Да, я там был. Да нет. Ну ты там Ты там секретные проходики всякие. Да все, я вот тут. Ну вот. да, хорошо. Хорошо. Ты падла.
Нет, это не ты. Чтобы NPC останет, где ты не умеешь. Слышь, смотри, ничего там нет. NPC бежит за мной, помогите. Вот убегай, убегай, Жека, убегай. Так, ладно, я лезу. А как тут на эти деревья залезть? Ай, не умеет паркурить. Полезно. Вон гора в джунглях, очень высокие деревья, Жек, поэтому поаккуратнее будь. Так этот не бьется NPC. Я не понимаю, где ты спрятался. Что-то ты какой-то слишком читак. Какой читак? В смысле читак? Ты не заново залезай. Не, я буду терпеть. С тебя будет жестоко, Эдисон. Кто будет? Мы с тебя будет жестоко. Когда? В смысле? Где? Когда вот ты ставил спаунпоинты на моей карте. Нет, вот. так нельзя, так нечестно. Я просто вот тут хотя бы поставлю, а то я вот заколебусь тут. Заколебется он. Нет, ну так нечестно, Жека. Ну ты ставил на крыше моего дома. Я ничего не ставил. Да. Это у тебя залагало. Видеофиксация. Ай, как горю. Да ничего ты не ставил. Да не. Горишь? Нет, ничего. Ничего я не ставил. Там просто, ну, очень ты высоко забрался и... Стоп, что ты говоришь, горишь? Ну, костер там горит, вот где каннибалы вот эти бегают. Я заколебался, я в этих деревьях ничего не вижу. Ага, что-то вот там вижу. Или не вижу. Я сломаю один блок, это не перепрыгну. Жека, в джунглях тебе не выжить, я тебе сразу говорю. Ты нубас, Жека, ты нубас. В джунглях тебе точно никогда не выжить. Видишь, как ты тяжело справляешься, Жека. Это слишком сложно. Так, я на верхушке деревья, все, тут нифига нету, все, я спускаюсь сюда. Хорошо. Так, ладно, я убью чуваков на костре. Мне не нравится. Понятно. И, видимо, я им тоже не нравлюсь. Все, я не знаю. Тут слишком жестко с этими деревьями. Ладно, я тебе скажу, я не на дереве. Ага, ну хотя это гораздо облегчает задачу. Я не на дереве. Хорошо, значит ты в воде, я понял. Нет, я не в воде. Я тебе прям вообще супер-гипер подсказки дам. Не в воде и не на дереве, потому что ты меня так еще 100 лет искать будешь. Так это у тебя прям жесткая карта. Ну, если ты пигмент, как бы ты лох. Давай так договоримся. Смрадн! Хорошо. А, значит, ты признаешь, что ты лох. Я понял. На, говно, жопа, значит, не бьются, значит, не ты. Так. Хорошо. Ну. А куда ты мог, черт подери, спрятаться? Куда я мог запрятаться? Ну-ка, это не ты. Ну. Это не ты. Ну. Это тоже не ты. Эдисон, это слишком сложно, я не понимаю. Ты сдаешься или нет? Подожди, я еще поищу, конечно. Джека, ну хорошо, ничего. У меня даже предположение, честно. Я не на дереве, зачем ты лезешь на дерево, если я не там? Чтобы на крышу залезть дома. Да господи, помилуй, не могу туда попасть. Нет, не получилось. Сейчас отсюда точно получится. Так, на крыше тебя вроде бы тоже нет. Хорошо. Так, может быть ты в данже, реально? Кто его знает? Вот кто его знает, где я, Жека? Вот я... Что-то сложное. Такая вроде простенькая карта. Не, я серьезно не понимаю. Я думал, что... Как так? Что ты так долго... Почему я так долго ищу? Ничего не понимаю. Да! Паскуда! Да! А зараза, нашел. Я думал, если NPC лежит, это точно не Эдисон. А, потому что... Да. Майнкрафт сегодня не залагал. У тебя залагал, у меня нет. Ну да. Ну все ж долго меня искал, Жек. Ну хотя бы нашел. Хотя бы нашел, да. Хотя бы не сдался, да. тоже достижение, можно и так сказать. А, ну, ребята. Как обычно, ставьте много лайков прямо сейчас на вот этот видос, если хотите больше видосов, больше пряток, больше троллинга и многого другого. Поэтому поставить лайки, это очень просто, да? Да, и ребята, не забывайте подписываться на оба наших канала, ссылочки есть в описании. Не забывайте писать приятные комментарии, мы считаем абсолютно все комментарии. Да, поэтому, ребята, большое спасибо вам за просмотр, всем удачи и всем пока. Покедова.